как примар муниципия Белц, я хочу вам заявить, что это полный бред. Потому что идея, она в принципе правильная. Потому что школа, там учатся наши дети, туда ходят наши учителя, технический персонал, который обслуживает школы. Но если, скажите, пожалуйста, где их тогда открыть? Они вот говорят, найдите другие места, пусть примария договаривается с экономическими агентами и так далее. А как вы себе представляете, сегодня в Бельцах, где, например, 58 избирательных участков, а 48 из них находятся в школах, а в некоторых школах находится несколько избирательных участков. А, значит, люди уже привыкли там голосовать, они знают туда дорогу. И сейчас нам где их открывать? В дискотеках, в цветочных магазинах, в аптеках. Вы вообще думаете то, что вы сами предлагаете? На самом деле, избирательные участки можно оставить в школах, так как их знают люди, но с одним очень важным условием. Первое, значит, так как выборы у нас пройдут 1 ноября, значит, 2 ноября нужно сделать выходной день для школьников, для учителей. Потому что в воскресенье 1 ноября через эти школы пройдут тысячи людей. Ни одна школа не будет в состоянии, то есть пока посчитают, люди проголосуют, вечером посчитают голоса, они не успеют ночью правильно убрать и обработать эти школы. Поэтому сегодня единственное решение, еще раз повторяю, это 2 ноября сделать выходной день для школьников и для всех учителей, для того, чтобы в течение всего дня в понедельник при помощи местных властей навести порядок, и подготовить школы, чтобы они были безопасными для детей, которые придут на уроки 3 числа. Вы понимаете, что сегодня, когда в новостях появляется информация о том, что все больше детей заболевает этим коронавирусом, больше учителей, мало того, что непонятно в каком ситуации мы окажемся к 1 ноября, значит, мы еще до этих выборов можем сегодня, получается, поставить под угрозу жизнь сотен детей, а потом что? После выборов вы хотите, чтобы они все слегли? Предложите уже хотя бы что-нибудь другое, хотя бы смешное. Предложите в карусах, в палатках. Кто-то слышал, в автобусах мобильных грил устроить урны.